забавные рожи он нарисовал на пыльной крышке моего секретера. Это пыль, мистер Холмс, всецело на вашей совести. Вы же совершенно не даете мне убирать в вашей комнате. И поэтому может здесь появиться пыль. Миссис Ханс, если бы была моя воля, я бы вообще запретил уборку. Всем всегда и везде. Ваша уборка, мисс Хадсон, равносильно скалыванию иероглифов с египетских камней. После вашей уборки все египтологи остались бы без работы. Их взором предстали бы совершенно гладкие камни, без всяких признаков информации.